поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Друзья, я вновь вас приветствую, с вами Итан, и мы продолжаем проходить Ведьмака, третьего нашего любимого. Это шедевр РПГ-строения. Вот именно такой игрой должна была быть третья готика. Продолжаем охоту на Грифона, собрали все необходимые вещи для этого мероприятия. У нас есть приманка, есть сведения, что это вообще. Это королевский грифон, самец, разъяренный тем, что разрушили его гнездо, там все, яйца все побили, все уничтожили, сожгли и убили еще самку. Да, и мы возвращаемся к нашему другу Весемиру, дабы уже начать непосредственно охоту. Не совсем понял, чем он там занимается. Думал, может быть, квестик какой-нибудь взять. Ну ладно, я буду иметь на чеку, что здесь чувак прячется. Без видимого на то причины. Так, сейчас, друзья, нужно немножко мне кое-что сделать. А, вот он, наждак. Оружие немножко прокачаем. Ну, такой баф небольшой сделаем на заточку. Плотва, почему ты такая бестолковая у меня? Все. Вроде все отлично, да. Все нормально. У леса-то? Боин из Климков. Хороший он мужик, сударь-ведьма. Вот только не... Да-да, а этот Боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть? Да с чего бы? До жатвы еще далеко. Ну вот и отлично. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые, а теперь... перемешалось как-то все. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревьев. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощицы. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Ну вот и отлично. Обсудили, поговорили. Так, плотва. Опять ты упорота у меня. Шевелись, плотва.
Да вообще, бестолковая коняшка абсолютно. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. А вот и наша тварь. Гигантская курица с крыльями. И головой там полулева, непонятно, короче, кого. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну, хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Ням-ням, ням-ням. Ох, он его сбил прям как надо. Сейчас ударит. Давай, садись уже, садись. Сволочь. Хлебушек, бутылку воды. Почему-то Весемир мне толком что-то не помогает совсем. Я уж думал, мы вместе здесь будем его долбить, а практически. Да не уйдет. Как раз еще немножко подвосстановимся. Черт. Надо было, наверное, на лошадь садиться. Ну ладно. Сейчас мы его догоним. Далеко он уже не улетит, я думаю, с такими ранами. А вот и он. Наш золотой грифон. Вот как прям Dark Souls чем-то напоминает мне. То есть обходим со всех сторон и подсекаем. Ты
Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Куча алхимии, я просто обожаю этот крафт. Пока что не дошел, но я думаю, разберусь. Играю только на запись исключительно. Поэтому пока что еще времени не было. Ну и другой плюс, что все вам покажу от и до. Так, ну что, можно отправляться? Смотрите, как круто голова смотрится на нашей плотве. Так, мы немножко попутали. Кстати, можно, я думаю, и не прям скакать туда до места, да, непосредственно, а быстрым перемещением мы сейчас доберемся. Так, 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 еще бы... А, вот он. Наш нильфгаардский гарнизон. Мне это так мост нравится, что почему-то кажется, где-нибудь наверху находится что-нибудь такое дорогое и очень интересное. В том плане, потому что обычно вот в труднодоступных местах и находится все такое добро. Старая кузишка, ладно. Не будем мы мелочиться на воровство. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет, нет, ради богов! Прям уж как в вермахте, все четко у них. Поэтому они выигрывают, эти нильфгаардцы, на поле битвы. Организованно. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Ну, возьмем, наверное. Глупо отказываться. Не, вообще, я даже не могу понять в перспективе, на что это может повлиять. Ну, взяли мы золото и как бы, ну... Ничего такого. Страшного, я думаю, не произошло. Так, давайте сейчас... Кто у нас тут? Кузнец или кто это? Квартирмейстер? Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Давайте посмотрим. Для меня одну вещицу. Что там может быть у нас по крафту? Разрывной болт, ударный. Блин, как здесь все, конечно, и круто, в то же время сложно. Ну ладно, мне в принципе особо ничего не надо, мне лишь бы починить добро. Так.
По-моему, это на мне меч находится. Или нет? Ладно, все починим. Денежка есть. Вообще мы потрепаны, кстати. Прилично так. Отлично, набрал он денег с меня. Все обобрал. Посмотрим, что у него в лавке у этого товарища. По урону слабый. О, мощный, конечно, мощный. Дисглаир, серебряный меч. А у нас деньжат, по-моему, вообще нифига нету. Ладно, пока что мы не можем себе позволить. Спросим, как настроение в лагере. В лагере. Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Нет, ну, уже нет. Ну, ладно, думаю, здесь нам больше ловить нечего, в принципе. Единственное, сейчас еще раз качну, да. Можно и отправляться. Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Где-то этого порят. Крестьянина бедного. Кстати, мы можем поменять броню. И, я думаю, меч тоже поменять. Ну, наверное, это получше будет. Вот. Вот так вот. Немножко обновили свой экип. Сражение, а мужики жизнь отдают. Так, сейчас отправимся... Блин, столько мест здесь всяких интересных. Здесь я вроде был на месте силы. Черт, я даже не представляю, сколько по времени нам еще придется это дело проходить. Ну, давайте, наверное, сюда на мельницу смотаемся. Там еще были утопленники. Вообще надо сейчас, наверное, сайд-квесты проходить нам. Так, лошадка. Плотва. Ку-ку. Давай. Сейчас прокатимся. По зенкам его, сукина сына. Кто это такие? Ну, лошадь моя беспокоится. Это бандиты, что ли? Очень хорошо с лошади можно их посечь. Блин, ну только надо, конечно... Вот, да-да-да. Так, лошадь мою не тронь. Курва. Что мне нравится, смотрите, какие реалистичные повреждения с лошадки. Руки отрубают. Сейчас посмотрим, что эти ублюдки здесь делают. О, пол туловища. Мечи, оружие. Кстати, не сказал бы, что прямо они там... Ладно, подсоберем. Пока еще позволяет. На всякий пожарный. Блин, что я делаю-то? Герольд, давай. Алло. Конечно, с лошадки можно...
Мне кажется, я только затупил меч. С лошадки гораздо эффективнее бить. Куриная ножка, наша награда. Очень интересно. Козья шкура. Охотничьи перчатки. Ну вот это уже интересней. Топорик. Так, давайте. Как это называется? Корчма. В корчму зайдем. Так, а здесь, здесь какой-то есть проход. Интересно, интересно. Я люблю такие вещи. Так, еще там есть одна корчма. Или это не корчма? Вот здесь вот что такое у нас? А вы не подумайте, что фигню всякой занимаемся. Вот эти все вещи, потом я уверен, что пригодятся еще как. Так, вроде бы все, да? Чтобы башке не дала. Ладно, давайте сейчас попробуем вниз пойти, посмотреть, что же у нас там. А если нет, то пойдем вдоль вот этого тоннеля. Да. Прекрасно. Я что-то недопонимаю. Охотничьи штаны. Клинок бригады. Мне вот интересно, может быть, какой-то сайт-квест по этому был, да? Нужен ключ. Где нам ключ-то взять? Черт, здесь определенно есть хорошая вещь. Но ключ... Это плохо. Ладно, наверх. Кому бы обратиться за ключом? Черт. И здесь тоже ничего не видно, чтобы что-то было похожее. Там, кстати, какая-то дверь, по-моему, есть. Ну давай, Геральт. Нет, ну ключом здесь не пахнет, к сожалению. Черт. Этих всех мы поперебили. Так, время. Времени еще полно. Давайте тогда посмотрим, куда мы направимся дальше. Ну, по идее, я думал, что, может быть, тоннель куда-то сюда ведет. Но нифига, нифига. Ладно, теперь давайте. Слушайте, ключ должен быть где-то здесь. Сейчас мы все вот это место посмотрим. Не знаю, почему-то маркер хотел поставить, куда примерно идти, но по дороге, ладно. Не заблудимся уж. Так, здесь что у нас? Склеп. Там место силы, по-моему. Нет, здесь не склеп. Серебряный меч нам нужен. Ну ничего, убили. Не понял. А нужно еще подождать? Отлично, отлично. Вот, по идее, в идеале вообще надо места силы сейчас все посетить, чтобы получить... Черт. Чтобы получить максимум очков. Это реально очень надо. Герольд. Или Геральт. Давай. Золотой. Как здесь можно было убиться, я не знаю. Но склеп весьма хорош. Грибы какие-то, ну-ка, а тут... Сейчас все здесь... Подожжем, посмотрим,
все факела. Что может быть тут хранится? Определенно что-то интересное. Опа, доспех. Задание. Так, отслеживать. Чертежи школы змеи. Какое-то оружие. Блин, как же это все круто. Нету слов. Не поджигается, ну и фиг с ним. В принципе, сейчас подсоберем по-быстренькому. У нас, к сожалению, поджимает постоянно время, потому что... Ах ты, тварь! Вовремя я сподхватился. Призрак готов у нас. Неожиданно он появился, неожиданно точно так же мы его и одолели. Так, ну более здесь, по-моему, ничего нету. Все подсобрали, обворовали. Давайте посмотрим, что мы там нашли. Ну... Так, для сравнения, ну что ж, наверное, получше будут штанишки. Это вообще хорошее. Вот давайте их поставим. Мечи. Критического урона. Вот я не знаю даже, что лучше. Тут есть и с дыркой. Что действительно круто. Дополнительный крит. Шанс критического. Я даже не представляю. Ну, без разницы. Будем их мечи менять периодически. Потому что, ну, один в негодность придет. Там всякое бывает. В любом случае, это место силы. Хуже не будет. Так, давайте дальше направляться. Очень интересно путешествовать. Прям вот можно залипнуть. Ну, на неделю, наверное. Да даже больше надо времени, наверное, чтобы пройти. Но чтобы не испортить, опять же, себе удовольствие, лучше по чуть-чуть, понемножку. Да, без карты мы не обойдемся. Тут еще поблизости тоже. Так, ну давайте сюда. Как... А, вот метку как ставить, отлично. Почему-то у меня все на крестик, да на крестик. Блин, это Альгули или Гули? Не ори. Не один. Смотрите, криты выпадают прям от души. Это причем еще не тот меч, у которого с критами все в порядке. Там 14%. Это всего 4% на криты и плюс урон. И вы посмотрите, все равно только так. Опять же, место силы. Ну, нам самое главное не сила, а знак. Гнездо боли, надо его уничтожить. Как это сделать? Нужна бомба. Ну ладно. Хорошо, место мы нашли. Теперь отправляемся, наверное, вот сюда. Может быть, там будет ключ. Я надеюсь очень на это. Либо будут ребята, которые нам этот ключ отдадут. Ну, я думаю, мы сейчас разберемся. Да, есть здесь кто-то. Кто-то прячется. Хотя нет, корчма закрыта. Черт, куда же идти тогда? Там мы были.
Ну сюда давайте. Еще здесь тоже прогуляемся. Но, не знаю, надежды у меня нету почему-то. Где этот ключ найти, фиг его знает. Тогда мы идем сейчас, опять же, карточку открываем. И идем вот в этот район. Там аж три знака вопросительных. То есть неизвестно, что там есть. Но я думаю, разберемся сейчас по ходу дела. Там лагерь какой-то. Спрятанное сокровище. Интересно. И помню, были в готике эти варги. Жесть. Или это волк? В принципе, легко убивается. Почему-то мне казалось, варг написано. Печень волка. Но пока что они к нам еще... навряд ли подойдут. Хороший какой-то лагерь здесь был. Так, руда, костер. Классно. Еще задание. Ну, мы записочку прочитаем. Интересно, когда у меня закончится инвентарь. Потому что я собираю практически все. Черт, меня сундуки зажали. В прямом смысле. Хорошо, хорошо. Очень даже хорошо. Теперь сюда идем. Тоже посмотрим. Что-то непереведенное там было. Так. Хм. Странно. Да, действительно непонятно. Кто здесь лежит? Иди сюда. Так, мне нужен другой знак. А вот это варг. Это... Ух! Оу, щит! Сейчас могут мои приключения закончиться очень быстро. Если мы будем невнимательны. Сюда. Отлично, отлично, но надо удрать. Нам трофей дали, 5 врагов за 5 секунд. Готово. Еще один. Оу, щит. На мини-карту смотрел, прям мы попали сейчас прям в серьезную заварушку. Но это всего лишь волк. Легко убивать. Блин, а это тоже волк. Жесть. Мы еще не прокачаны, к тому же. Всего лишь-то разожгли костерчик. Такое дело. Ух, ну и приключения, конечно, дух захватывает. Так, ну, я думаю, друзья, мы на этом завершим. Я уже не буду записывать, как я тут все собираю.
В общем, оберу, и мы дальше продолжим в следующей серии. Спасибо, конечно же, за просмотры, за комментарии и все такое. Хотя их, конечно, мало, надо признать, но все равно. С вами был Итан. Всем пока, увидимся на канале.